3 дня наносили удары. А во второй, третий день самолетов не было, были вертолеты. Сунам царь, ух ты, а ты она, карца, лоч, сек, уэцкус. Гильна, очень шикант. Там ты дай 15 лет дол, да, виген цера. Чуэтуч дина, дай то эт чубом кэч, трайсин ваш дау дайн, отчур эллилхин, кюэкш аюр, ишт уаха дают, уцлоха тролол хошк, уахдахар, цик уахдахач, ацабюйс лаячи, ох чу халх абисайнач, оцар масхала табалач, десанту, а йолу чумелел хума эрьесн, дайахир. Цул да то отсиге чудол шмалеш, сик чур, отсдиаха агорар, хасияха байлгаш чаре, халуала ирак, куз халхарач бюсен, далясн, бухахвер. В 92-м году тут, наверное, было семей, 50 семей было, 420 человек было население. А после этого уже, вот когда вот эти обстрелы, все такое началось, население вот катастрофически уменьшилось, а всего осталось на данное время, по-моему, 6 семей всего осталось. Каждый раз, как только сюда приезжают федеральные войска, после них вот увидите, что там есть. Я еще боюсь здесь ходить. Еще бы не боялась. Мин везде. Скотина подрывается. Заселили сюда. Как говорится, чтобы не оставить детей без занятий. Без хозяев мы вселились пока. Вот рисуют дети, что происходит. Да, вот на военную тему. Башни горят. Аж солнце плачет.